утро, воскресенье. Джинго, джинго, ровнее, ровнее, еще ровнее. Отлично, помахали руками. Молодцы. Кокориня. Рука-нога. Трока. Трока. Оле. Джинго. Молодцы. Джинго, джинго, джинго. Третья тренировка за сегодняшний день. Подростки что-то творят. Что сейчас будет? Мартелло? Да. Давай. Давай еще раз, сейчас, сейчас, сейчас. Ой. Отлично, еще раз. Мне даже страшно. Оу. Миша. Миша 0. Катя 1. Отлично. Поддержка, да? Конечно, да. Так, как я уже говорил, мы слились в последней тренировке. Полину оставили вести взрослых. Мы тут едем с командой к Юле на роду. Я ребятам перед батизадой дал задание, что чтобы получить следующий пояс, они должны побывать как минимум в гостях в трех местах. Ну, на трех других, любых родах. И вот сейчас как раз подвернулась под руки... Чего-чего? Какой у Кати будет пояс? Какой у Кати будет пояс? Белый. Белый? Да. Ничего себе. Ладно, тут говорят, что белый пояс у кого-то будет. Ну так вот, и сейчас мы едем к Юле. Посмотрим, что там как. Людей посмотрим, себя покажем. Короче, пришел народу к Юле, а тут Хабибис, и Мулек решил молодость вспомнить. Да-да-да, решил вспомнить, каким он был в таком же возрасте, показать вообще. Вернуться к истокам. Вернуться к истокам, даже прическа такая же, как была. Только бородатый. Ну что, как, сходили в гости? Да? А ты отсюда. Так, а ты как сходил в гости? Это Алексеевский, АК Джокеровский. Ладно. Живой? Нет. Нет?
Скоро поедем. Было круто. Потянитесь и поедем скоро. Так, что у тебя с ногой случилось? Отдавили. Где? Вроде или просто в кругу? Просто в кругу? Даже не в кругу. А где? Мы джингу делали. Джингу делали? Отдавили ногу? Не стыдно? Стыдно. Стыдно? Ну ничего, почаще будешь ходить, перестанут давить ноги. Ты молодец сегодня, классно было. Ты тоже молодец. Отлично. Что, как впечатление от похода в гости? Нормально. Всего лишь нормально? Слегка убитый, но это было круто. Очень много впечатлений. Какие у тебя они оранжевые. Ты никого не убил там на родине? Нет, меня убили. А, нормально все было, никто тебя не убил. Катя, ты могла отомстить, ты могла когтями такая. Что, еще пойдете? В гости? А, нам еще надо две роды посетить, иначе нам пояса не выдадут. Да ладно, надо ходить, потому что нравится, а не потому что пояса не выдадут. Нам очень нравится. Отлично.